На ЧТЗ стражи закона удалили нелегальный киоск по выдаче микрокредитов. Незаконную деятельность районных финансистов завершил эвакуатор. На этих кадрах коммерсант активно жестикулирует, видимо, доказывая полицейским, что виноваты все, кроме него. Убедить не удалось. К киоску подъезжает эвакуатор. Хозяева этого ларька на улице Салютной прекрасно знали, что нарушают закон, потому что получали уведомления. Невнимание коммерсантов привело к завершению их бизнеса. Рабочие оперативно зацепили стропы и погрузили павильон на платформу. Сегодня осуществляется совместно с администрацией города Челябинска демонтаж нестационарного объекта, в котором располагалась микрофинансовая организация «Удобные деньги». В итоге киоск увезли, а бизнесменам придется заплатить налоги или заняться другим делом.